высоком и крутом берегу Нарвы в Эстонии 9 мая знаменитую песню «Заводить» было запрещено. Но без Дня Победы самый русский город Прибалтийской республики не остался. На российском берегу в Ленинградской области провели большой концерт, чтобы и соседи тоже хорошо слышали. И норветяне действительно пришли послушать военные песни из Ивангорода через границу. На нашем берегу установили большую сцену и еще один экран. Причем эстонские власти запретили собрания, символику, исполнение песен и даже велопробеги, связанные с Днем Победы. Полицейские отбирали георгиевские ленты. Всего в округе, по данным местных СМИ, за 9 мая было 40 таких случаев. Ну и еще Баба-Яга против вывесила на стене Нарвского замка в сторону границы плакат, называющий Путина военным преступником. Правда, почему-то на английском языке. Хотя на эстонском было бы, наверное, непонятно, а на русском, видимо, унизительно для самих авторов. Еще один альтернативно одаренный принес на набережную в Нарве украинский флаг. Провокация удалась, пожилой мужчина толкнул его, и эстонская полиция задержала, ну, понятно, не самого провокатора, и готово уголовное дело. Но, как заметила газета «Делфи», к 6 часам вечера людей стало так много, что разойтись на дорожке у реки стало почти невозможно. При этом в Эстонии 9 мая – это рабочий день. Но праздничный салют и фейерверк над пограничной рекой сумели посмотреть еще больше жителей Нарвы. Вообще, это место, наверное, самое символичное на всей границе. Река, по берегам в 150 метрах друг напротив друга две твердыни. В Нарве замок псов-рыцарей, немецких, датских не суть. Ну и на нашем берегу крепость Ивангород. К слову, 11 мая 465 лет, как русские войска взяли Нарву и замок, а жители присягнули Ивану Грозному. Причем в городе уже годами тогда была прорусская партия, которая помогала обходить, вы не поверите, европейские торговые санкции против Московского царства. Ну и сами норветяне на этом прилично зарабатывали. Но это, конечно, все давняя история, почти 5 веков прошло. Хотя с той разницей, что сейчас и по ту сторону также живут наши люди, которые тоже отмечают День Победы.